Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Композитор и продюсер Игорь Крутой в четвертый раз стал дедушкой. У себя на странице в микроблога он опубликовал трогательный ролик, на котором запечатлел радушную беседу с родными сыновьями Яковом и Николаем. «Прошла первая неделя жизни нашего малыша, полет проходит нормально. Мало того, почти ежедневно, освобождаясь на несколько часов, мы все, не сговариваясь, мчимся к малышу просто увидеть его, обнять, потискать, и я давно уже не помню такой другой объединяющей всех нас силы. Над именем родителей продолжаю думать, я не влезаю в этот процесс. Наверное, он займет еще несколько дней, какое же это чудо рождения ребенка, продолжателя нашей фамилии и нашей семьи». Напомним, что Игорь Крутой только недавно на всю страну рассказал о своем внебрачном сыне Якове. Наследник сейчас носит фамилию Крутой, хотя раньше был Мирошниченко. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.